первому в своей жизни серьезному балу выпускники готовились в течение многих месяцев. Наконец долгожданный день наступил. Экзамены сданы, тревоги позади. Девчонки в ярких нарядных платьях и парни в строгих костюмах собрались вместе с учителями и родителями на площади перед Центральным дворцом культуры в ожидании праздника. Волнуюсь, конечно. Долго ждал этого дня, ведь я на пороге новой жизни. Волнение, жуткое волнение, очень переживала. Ну а так, аттестат хороший, экзамен сдал хорошо, так что радость. Своих педагогов они называют вторыми мамами и папами. Вера Семеновна Брегенец около 40 лет посвятила учительскому труду. Говорит, со счета уже сбилась, сколько выпустила в своей жизни 11-х. Но сколько бы ни было классов, каждый ребенок одинаково дорог. Потому что за 7 лет мы рука об руку шли, мы вместе работали, жили, смеялись и плакали. И поэтому расставаться горько, расставаться грустно и тревожно за них. Как сложится судьба, какой дорогой они пойдут. Но я от всего сердца желаю своим ребятам и всем ребятам, которые в этом году заканчивают школу, самое главное – это терпение, а еще упорство. И они оправдывают ожидания педагогов и родителей. Из 760 учащихся 11 классов золотые и серебряные медали получат 54 выпускника. Четверо – Виктория Вениаминова из гимназии номер 1, Валерия Волкова, школа номер 14, Анастасия Архипенко, лицей номер 22 и Дарья Никулина, школа номер 37, набрали максимальные 100 баллов в ЕГЭ по русскому языку. 40 беловских 11-классников получили свыше 90 баллов по разным предметам. И это лишь некоторые достижения. В каждой из школ есть победители и призеры муниципальных, областных и всероссийских олимпиад и научно-практических конференций. Не счесть успехов молодых талантов и в спорте, и в творчестве. Уважаемые выпускники, уважаемые учителя и родители, сегодня в жизни каждого из вас очень важный, яркий, торжественный день. Вчерашние школьники, а сегодня выпускники строят планы на будущее. Впереди у вас новое. Взрослая жизнь, другая жизнь, не менее сложные задачи, которые вам придется решать самостоятельно. Я желаю вам выбрать правильный путь, полностью раскрыть школьный потенциал и реализовать себя в жизни. Успехов вам и удачи во всех начинаниях. И помните, что родной город ждет вас талантливых, умных, грамотных. Сегодня за свой талант и успехи в учебе выпускники получали заслуженные награды и подарки от главы Беловского городского округа. По достоинству оценили труд педагогов, классных мам 11 классов. Без чьих знаний, опыта и мудрости, помощи и советов был бы невозможен ни один успех их учеников. Много напутствий, теплых слов, музыкальных подарков получили ребята во время торжественного мероприятия. А дальше поезд с выпускниками проследовал на следующую станцию – родную школу, дом, с которым не расставались 11 лет.